На стадионе «Саяны» прошли открытый чемпионат и первенство Республики Хакасия по легкой атлетике. По итогам соревнований были сформированы сборные для участия в соревнованиях Сибирского федерального округа. За победу боролись почти 250 легкоатлетов, представители всех муниципальных образований республики. Прямо сейчас три члена сборной страны от Хакасии находятся в Сочи на подготовке к командному чемпионату России. Еще одним кандидатом от республики в сборную страны является Юлия Лихачева. Воспитанница Ивана Корниенко в этом году оканчивает школу. Спортсменка поделилась планами на будущее, в том числе на спортивный сезон. Начнем с того, что на выпускной я не еду. Когда стал выбор между выпускным и чемпионатом, да, России, я как-то даже не сомневалась, что нужно сделать все-таки выбор в пользу чемпионата. Потому что, смотрите, или я потанцую 4 часа, да, или мои ежедневные мои тренировки, мой труд не оправдаются. И смысл, как бы я спортом живу, у меня всегда спорт на первом месте. Нет, ну, конечно, поддержка, мне очень важна поддержка. Меня поддерживает моя семья, тренер. Все хорошо, все идет по плану. На этом все. Валерия Бывших, Вести Спорт.